Всем привет, с вами Леонид Бугаев. Сегодня мы отчаливаем из города Сетубал в направлении к полуострову Троя. И я хочу воспользоваться этим быстрым, стремительным моментом для того, чтобы дать вам рецензию на книгу Федора Конюхова «Мои путешествия». Это героическая книга о человеке-герое, который в самостоятельном путешествии сделал все для того, чтобы выжить и для того, чтобы показать, какие есть возможности у человека, который делает что-то в одиночку. Федор Конюхов описывает свои достижения, поход на Северный полюс, сначала в группе таких же путешественников, как и он, потом в самостоятельном путешествии. Но самое интересное, что я прочитал в этой книге, это его одиночное путешествие в открытом море. Вот сейчас мы движемся на огромной слаженной машине, которая приводится в управление капитаном, огромным количеством матросов. Это надежная конструкция. Федор прошел путь, который в десятки тысяч раз превышает это маленькое наше расстояние, и он делал это в одну пару рук. О том, как он это делал, вы можете прочитать в этой книге. Это действительно вызов героя, вызов стихии, которая в какой-то момент пыталась склонить его сдаться, вернуться обратно в порт, выбросить белый флаг. Он этого не сделал и потом еще не единожды подтверждал свои возможности в других плаваниях, о которых вы прочитаете в этой книге. Я рекомендую эту книгу тем людям, которые задаются вопросом, что я могу, чего я способен достичь. Потому что если вы сомневаетесь, могу сказать следующее. Вы достойны и вы способны на гораздо большее, чем вы думаете. Прочитайте книгу Федора Конюхова, удостоверьтесь в этом, не останавливайтесь на достигнутом и стремитесь вверх. И если вам понравилась сегодняшняя рецензия, подпишитесь на наш канал в YouTube, найдите меня в Instagram, подружитесь в Facebook и заходите на сайт elbugayev.ru. До встречи!